Уникальность в том, что это первый такой объект, построенный в Российской Федерации. Плавучий энергоблок – это основное оборудование для плавучей атомной теплоэлектростанции. Аналогов в мире нет. В соседнем смежном помещении. В этом помещении находится оборудование конденсатно-питательного тракта, второй контур. Перед нами мы видим, составляет биозащиту. Соответственно, внутри еще установлена тепловая защита, там порядка 80 метров. Да в этом нет необходимости. А, ну то есть... Да, взорвется в какой район? Да, выйдем со мной. Ну, это может быть.